Вот так звучит национальный инструмент, который по-ирзянски называется Дорама, а по-маршански Дорама. Надеемся, что он привлечет внимание нашего президента. Вы не будете использовать? Нет, мы его будем использовать в качестве, так скажем, наличия, в качестве красоты. И надеемся, что наш президент обязательно будет этот инструмент предоставить нам вопросы. Еще раз. Мой вопрос, я подготовил несколько вопросов, прежде всего это вопрос, который связан с предстоящим перерывом населения. Мы знаем, что в следующем году наша страна будет перерывом населения. Хотелось бы узнать прогнозы нашего президента по поводу результатов этой перерывом населения предстоящего. И хотелось бы узнать о том, какие меры постараются внедрить государство в качестве улучшения демографической ситуации в нашей стране. Помимо этого, мы хотим спросить президента о экотуризме. Мы знаем, что это направление безусловно активно развивается, и хотелось бы узнать о том, что будет принято, чтобы этнообъекты нашей страны увидели не только российские туристы, но и безусловно зарубежные. И помимо этого мы хотим спросить президента о культурном и языковом наследии народов Российской Федерации. Незамужской области и моего родного Белогорска в частности. Собственно, с этим вопросом я и приехала на большую пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, чтобы спросить о том, какие практические реальные меры нужно предпринять, чтобы люди не только не уезжали, а еще приезжали к нам, но и не просто работать вахтовым методом, а еще оставаться и жить. Кто придумал идею, как привлечь внимание, с кем вы это обсуждали, как вообще образ подбирали? Но дело в том, что как журналист я провела небольшой анализ предыдущих пять конференций, и оказалось, что те журналисты, которые задавали вопросы, они в основном были одеты красные. Потом я провела опросы своих подписчиков в Инстаграм «Будни Белогорск», и они мне посоветовали распущенные волосы и яркие акценты в виде банта. Собственно говоря, я благодарна им, воспользовалась советами, поэтому у меня яркие три на футболке и бант на голове. Мы впервые в Москве. Нет, к сожалению, но я не теряю надежды. Какой вопрос на этот? По поводу народных помыслов, будет развитие программы туризма. Будет ли федеральный центр поддерживать народные помыслы в Мордовии? Ну и в частности, речь пойдет о селе Усть-Кутузьме, где очень подготовили эти замечательные туристы. То есть это специально для туристов? Да, специально для президента. Известный на весь мир Виктор Будашин, мастер. То есть вы домой не привезете, а планируете подарить президенту? Планирую, если получится. Дай бог, конечно. Ну, покажите, там можно ваши валерочки? В тепловник ходите? Да еще как. В них же депардье ходил. Ему понравилось. Да что, вот такие уже депардье тоже они есть? Они есть, но у них, правда, больше размер намного, и они объем больше. А эти какого размера? 43-й, у Путина 42-й, как мне сказали. А это 43-й, размер побольше, но у нас Кирилл, если вообще есть, потому что посвободнее это ведь получше. То есть, чтобы он мог на флешке ходить? Конечно. Но лучше работать в разных условиях, и на крайнем севере тоже. Для тех, кто сейчас уже прямо увидит нас, приглашение ваше, стоит приезжать к вам в Саратов? Я хочу, чтобы он приехал вот именно в село Урусово, чтобы познакомился с мастерами. Он уже был в селе Старый Терезм в 2006 году в рамках Белогорского фестиваля. Владимир Владимирович, приезжайте и в Урусово тоже, вас там очень ждут. Добрый день. Мы с вами проводим также регулярную встречу в конце года для того, чтобы посмотреть, как этот год закончился, как прошел, какие результаты мы добились, чего не удалось сделать, может быть, пока и почему. Я буду с длинными речами выступать вначале. Так понимаю, что желающих задать вопрос очень много, и в ходе нашей сегодняшней дискуссии, в ходе сегодняшней встречи я постараюсь воспользоваться вашими вопросами для того, чтобы и показать, что и как у нас происходит в стране. Вам спасибо большое за такой интерес живой, встречи подобного рода. Давайте начнем.